Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу. А вы знали, что в нашем паблике ВКонтакте регулярно публикуются интересные товары с AliExpress? Их можно найти по ключевому слову AliExpress, воспользовавшись поиском по стене. Я делаю ежедневно такие публикации, уже очень много интересного выкладывала. Это не только товары для владельцев морских свинок, так как в нашем паблике сидят люди, у которых есть и другие животные, котята, щенки, просто люди, у которых нет животных, но которые любят животных. Так что я думаю, каждый найдет для себя что-то интересненькое. Так что подписывайтесь на наш паблик. И сегодня в этом видео мы также с вами будем искать что-то интересненькое с AliExpress, что ранее не показывала в нашем паблике и в нашем видео. Такие видео уже выходили на канале Свинки Шоу, и я знаю, что они вам нравятся. И в этом видео также покажу вам товары не только для животных, не только для морских свинок, но и для владельцев и просто любителей животных. Начну с вот такой вот переноски. Дело в том, что у меня до сих пор нету переноски для моих морских свинок, и я поняла, что она мне очень нужна именно тогда, когда покупала мою новую морскую свинку, которую зовут Кузя. Кузьку я везла в картонной коробочке, и поняла, что да, мне нужна переноска. Понравился вот такой вариант. Кстати, пишите в комментариях, если у вас есть такая переноска, ее плюсы. В общем, планирую взять ее или что-то похожее. Выбор большой, и мне это нравится. Пока искала переноску, наткнулась на вот такие прикольные подушки. Я подумала, что это подушки. На самом деле, будьте осторожны, это лишь наволочки. Такой себе чехольчик на подушку с изображением морских свинок. Мне они очень понравились, и я тоже думаю раскошелиться и приобрести вот такую вот милую наволочку. Вообще на AliExpress очень много наволочек с животными, не только с морскими свинками. И я почитала отзывы, пишут, что качество неплохое, минус лишь один, что это не целая подушка, а только чехол на нее. Нужно быть осторожным и не подумать, что вам пришлют целую подушку. Также для любителей животных продаются на Али вот такие вот косметички, пеналы. Вещь многофункциональная, в ней можно хранить как канцелярские принадлежности, так и косметические какие-то. Думаю, понравится тем, у кого есть морская свинка или кто только планирует завести морскую свинку. Очень понравился мне данный товар. У продавца также очень много разнообразных товаров с различными принтами. Не только с морскими свинками, но и с котятами, и с другими животными. Очень милый магазин, как мне кажется. Отзывы тоже неплохие. Ссылки на все товары будут в описании под этим видео, так что заглядывайте и выбирайте что-то интересное для себя. Также наткнулась на AliExpress в такое уже предновогоднее время на симпатичную лежанку. Она имитирует рожки оленя, такой себе олень Санта-Клауса будет у вас в клетке лежать, если вы приобретете эту лежаночку. Единственный минус, что она не габаритная, это небольшой домик, а очень такой крохотный. Китайцы любят играть на нашем воображении, публикуют фотографии, где якобы большая свинка, она туда вмещается. На самом деле это очень маленький поросенок, и нужно быть осторожным и быть готовым к тому, что придет вам нечто меньшее, чем вы думаете. Также для любителей животных нашла вот такие вот футболки, футболки с различными принтами. Здесь нарисована очень милая морская свинка, интересная, у нее вот такой вот зубастый оскал. Для тех, кто сомневается и думает, что у свинки только 4 зуба, на самом деле, видите, какая широкая улыбка. И мне также понравилась такая футболка. Думаю, заказывать или нет, пишите свое мнение в комментариях, возможно, в ней мне будет неплохо. Есть разные размеры, подойдет как для ребенка, так и для взрослого человека, для тех, кто очень любит животных. Ну и нужная вещь будет также сегодня в нашем списке. Нашла вот такой вот милый наборчик для тех, кто ежедневно убирает у своего питомца, как я. Это веник и совочек. Очень удобно, что будет у вас выделен отдельный комплект для уборки. Я сама выделила отдельную щеточку, и это гигиенично, чисто. У вас вещь исключительно под эти нужды. Если вы еще не купили подобный наборчик, можете заказать с Али. Есть разные размеры, и я так поняла, что данный комплект, он небольшого размера, не будет занимать много места, и также придется
очень к месту, если вы владелец вот такого вот грызуна, хомячка или морской свинки. Следующий аксессуар ввел меня в заблуждение. Вещь неплохая, но есть один минус. Эта вещь не подойдет для тех, у кого морская свинка, потому как туннельчик этот маленький. Я сначала захотела его заказать для моих свинок, но обнаружила, что туннель подойдет в пору лишь для хомячка. Если у вас хомячок, можете заказывать. Также ссылки будут в описании и на этот туннель. Еще одна вещь для тех, кто хочет что-то приобрести лично для себя, это вот такие вот магниты. Магниты на холодильник с изображением морских свинок. Дело в том, что есть тоже одна поправочка. Я вам рассказываю все как есть. Продавец высылает 5 магнитов на свой выбор, так что выбрать здесь нельзя, но тем не менее все магниты мне нравятся, и я теряюсь в выборе, и даже буду рада, если продавец мне выберет 5 штук на свое усмотрение. Такая подборка была сегодня, ставьте лайк, если любите видео про AliExpress, увидимся вскоре на нашем канале, будут распаковки с AliExpress настоящих заказов, заказанных лично мною, будут распаковки с других китайских сайтов, так что оставайтесь с нами, всем отличного настроения и всем пока!